которая стала героиней целой серии видеороликов, снятых жителями Актау, поразившая своей находчивостью и нестандартным для пернатых поведением. Каркуша отпугивала посторонних со двора, в котором живет. Увлекалась баскетболом и воровала табачные изделия из карманов жителей. Чаще всего ворону можно было увидеть на набережной в 14-м микрорайоне Актау. Туда птица прилетала рано утром. А вот история, как каркуша оказалась среди людей. Летом возле нашего дома мы заметили гнездо с тремя птенцами. Его пытались сбросить вниз взрослые птицы. Мы с детьми положили птенцов в коробку и принесли домой. Двух забрали желающие, а третья, которую после мы назвали каркушей, осталась у нас. Первое время она жила в квартире, а потом мы выпустили ее на свободу. Однако каркушу не признала стая ворон. Всякий раз, когда она пыталась к ним присоединиться, они начинали ее заклевывать. Так и осталась каркуша жить во дворе. Утром она провожала меня на работу, вечером прилетала к детскому саду, откуда я забирал дочь. Днем она летала по набережной, на ночь возвращалась, иногда приносила сигареты, спички и ложила их на подоконник. Однажды, когда сосед снял кольцо с пальца и положил на скамейку, она украла его. Мы, конечно, сразу нашли и вернули кольцо. Сосед был не в обиде. В мае 20-го года каркуша пропала. Ходили слухи, что она погибла от рук детей, но нам хочется верить, что с ней все в порядке, и она сейчас где-то в далеких краях со своей стаей, которая наконец приняла ее в свою семью. Она скажет, что дети. Новости города, Зубочистки вкусные, наверное. Смотри, умная, да? Бля-бля. Страус встал и открывает конфету. Сама открывает. Ай, мальчик, ребята! Не дает. Забери конфету. Дай я тебе открою. Дай открою. Дай открою. Не дам, не дам. Дай. Не дам. Кушенька, ты будешь перчатку, но я знаю, что тебе нравится. Ну держи. И что ты будешь? Отдай мне, ой, мне. Кушенька. Ну, держи, держи, моя маленькая. Девочка, ты наша. А ты забирай. Я себе новую куплю, забирай. Да? Ну, и что ты хочешь? Отдай, каркуша. Отдала. Ну что мне? Сейчас, ну уже она. Ты умыкнула у меня варежку, а вторую я тебе не дам. Иди поглажу. Иди поглажу. Ну на, а ты умыкнула у меня одну варежку. Каркуш. Ну попей, водичка наша холодная. На, ты у меня умыкнула варежку. Вторую будешь забирать? Это у меня запасные, имей в виду. Да ладно важничать, ну иди сюда. Все выключай. Ой, какая варежка. На мне даже. Смотри, какие красивые. Ой, чуть не выдержала. Ну, я бы тебе дала, но я как гнил. Ну да, конечно. Без варежки пойдешь. Без варежки. Какая, даже не боится он. Только мою варежку отдает. Она забрала мою варежку, зараза. Зачем она ей нужна?
Мне такая ворона подлетела. Иди сюда, Каркуша. О, погнал, погнала. Ебать, животное умное. Ну это же ворон же. Лех, сейчас сфоткать с ним? Еще это как песен ворона. Хороший. Хорошо. Мама, как очень. Какой очень хороший. Какой хороший, Воронушка. Едем, она до сих пор держится. О, блин. Ой. Түс бітті, кит бітті. Осаңдау кит бітті. Оп-оп, давай. Ой, молодец. Каркуша? Каркуша? Видно тебя? Лучше. Может, и невкусно? А что, да, ты орешь?